В Челябинске началась театральная универсиада «Унифест». На нее приехали труппы со всей страны. За 5 дней они покажут 11 постановок. Начинается фестиваль с уличного шоу на площадке перед театром «Манекен». На месте побывал и наш коллега Денис Киселев. Программу фестиваля открывает шоу «Унифреш». Это уличное представление. На нем актеры знакомятся друг с другом и представляют своих коллег зрителям. И, конечно же, хозяева фестиваля – студия. Подождите, прочитаю. На открытие шоу пришло порядка 100 человек. Многие из них уже купили билеты на спектакли. Те, кто еще не купил, уже планируют. Среди них и студенты челябинских институтов, в том числе и Челябинского государственного института культуры. Вообще я учусь в колледже культуры. Мне было интересно посмотреть на саму форму открытия, как это будет проходить. Мне понравилось. Ярко, да, очень ярко и очень весело. И вот сегодняшний спектакль по Брейгелю 21:30. Актерам предстоят тяжелые 5 дней. За это время они покажут 10 спектаклей. И представлять актеры будут сразу 14 крупнейших городов России. Это Москва, Санкт-Петербург, Омск, Екатеринбург и Казань. Спектакль «Добрый человек из Сычуани». Там играем саунд-драму. Саунд-драма – это ритмическая и звуково-цельная композиция. То есть все основано на музыке, в принципе. Поэтому, когда зритель придет, он получит массу эмоций. Студия «Манекен» проводит универсиаду студенческих театров уже с 2006 года. Последний раз она проходила в 2015 году. И организаторы фестиваля отмечают символично, что традиция возрождается именно в 2019 году. Он объявлен в России годом театра. Он возник в 2006 году, да, то есть когда студии было 10 лет, и мы решили что-то как-то вот отметить этот срок. И организовали тогда, очень получилось сильно, потому что нас тогда правительство Челябинской области поддержало, выделило деньги. Мы смогли пригласить много иностранных коллективов. Фестиваль пройдет в Челябинске с 13 по 17 сентября. Площадками станут студия театра «Манекен», студенческий театр Челябинского государственного института культуры и лекторий на улице Свободы. Денис Киселев, Павел Клементьев, ОТВ.